Все, камеру я установил. Ну что, ты готов? Нет, очевидно. Ну, значит, начинаем. Так. Так, раз, два. Йо, ребята, всем привет, с вами Крейт и Пьера. Пьера, да, это я. Ну да. Так, мы набираем нашу новую команду, получается. Нам нужны как можно больше людей для различных съемок, вот. Да, по типу мини-геймов, сериалов и много еще куда, короче, вот. Вот, да. Ой, тупая аллергия, надоело кашель. Ну, неважно. Ребят, смотрите, условия, короче, очень простые. Первое, это вы переходите в мой Discord-канал. Так как заявление находится именно там. Да, кстати, это очень важно. Ну вот, не суть. Приходите в мой Discord-канал. Там будет такой чат, заявление на актера. Вы туда переходите, приходите потом в Google таблицы, и там вы уже найдете, сможете полностью все заполнить. Первое, это будет ваш никнейм, потом указать, сколько вам лет, обязательно, да. И ваш микрофон. Также нужно будет указать, сколько вы можете уделять времени съемкам. Также вам нужно будет указать свой Discord. Ну, без этого никуда. Ну и желательно, в скобочках обязательно, знать свою видеокарту и процессор. Без этого Влад вас не примет, он злой. Да, так что условия довольно-таки очень просты. Выполняйте их, мы вас ждем. По факту будет очень весело, так как мы снимаем сейчас очень много различного эксклюзива, особенно по мини-режимам, которые делаем также сами. Так что, ребята, вам понравится. Ну, мы набираем не только на актеров. Если вы можете предложить что-то еще из своей кандидатуры, то мы все рассмотрим, но изначально вот нам нужны пока что только актеры. А там как пойдет. Чё, всё? Спасите, Андрей, держи штрафцы!